Всем привет! Добро пожаловать обратно в Dark Souls, Peglin Souls. Peglin Souls великий. Да светит пламя тьму. Да Peglin придет к вам. С возвращением в Peglin Souls. Окей. Мне очень Peglin Souls, короче, нравится. Прям вообще я так... Мне так понравилось... Вчерашняя серия, столько удовольствия получилось, с таким хорошим настроением со стрима вышел. Я прям сегодня, вот я честно, я ждал Dark Souls очень. Все остальные игры тоже классные на стриме были, но я ждал Dark Souls. Очень мне нравится, игрушка прям неожиданно. Я не ожидал, что мне так зайдет третий Dark Souls. И с этим челленджем конкретно. Окей, и коротко, вот вопрос был в чате по поводу того, какие у нас планы, как... секретные локи искать. Я хочу просто вот поиграть игру. А если мы каких-то боссов пропустим, мы потом к ним вернемся. Ну или подсказываю, или я буду очень благодарен, если, ребят, вы меня будете вот направлять. Если мы вот идем, и вы знаете, что где-то вот там, где мы идем, есть босс, которого надо бы пройти вот именно на этом уровне плюс-минус, то если вы будете подсказывать и говорить, вот там вот босс сидит, иди поймай его, я буду очень благодарен, потому что я не найду, да. Боссов без подсказок я не найду сам. Поэтому я рассчитываю на наших, на чатеров, на зрителей, на том, что чат меня направит в нужное русло. Кстати, об этом, куда идти? Я не куда идти-то. По-моему, нам нужно пойти в часовню ощущения, подняться наверх, туда, где... Нам нужно туда, где был рыцарь-лучок. Да, к лучку. А как туда идти, я не помню. Привет, мужики, я новенький, но мне уже нравится. Вионит 123, новый чатер, добро пожаловать. Здравствуй, здравствуй, новый чатер, я рад, что тебе нравится. Добро пожаловать на Dark Souls, мы тебя приветствуем. Вионт? Подожди, а где он был? Не сюда, надо слева лифт. Окей, окей, окей. Этот забег для тебя? Мы проходим челлендж на Peglina в Dark Souls. Peglin Souls. Окей, так, сюда надо идти, да? Сюда и на лифте наверх, окей. Сюда и на лифте наверх. Так, к нам убедительная просьба. Ты чат читай почаще. На прошлом стриме раз 6 говорили, где двери. Ты читал все, кроме этого. Окей, И такое есть, я могу пропускать. Я понял, спасибо. Спасибо, чат. Мы его парируем? Его не надо парировать. Так, а куда дальше? Надо пройти в дверь, да? Наша любимая крыша. Здравствуй, крыша, ай. Будет ли еще братата? Я соскучился. Обязательно. Братата обязательно будет. Куда идти? Лучок был справа или слева? По-моему, справа. Сюда, да? А, вот он. Попридержи коней. Знаю, знаю. Сокровище ужасно. Окей, мы можем сделать ставки босс-костер? Ловушка? Тебе-то я говорил, это фейковый лучок. Ах ты, козел! Это Патчис! Импостер среди нас! Лысый брат, ты предал! Ты предал нас! А где этот старый гигант? Что? Где этот чертов гигант? А гиганта нет, капитан? Да как ты смеешь? Как тебе не стыдно? А великана-то и нет. Ловушка Джокера. Подожди, надо...
Надо снова нажать рычаг, который поднимает эту штуку наверх. Он сбежавший, окей. А где был рычаг? Блин, я не помню, где был рычаг, чат. Вот рычаг. Владислав Константинович, что по поводу усов? Алиса, что по поводу усов? Что с ними? Подожди, мы здесь были? Это новая локация? Нет. На входе в церковь слева сидела толпа у монолита. Я не помню. А мы считаем, что тебе бы пошли длинные закрученные усы. Я тоже? Я тоже не против усов. Ну, они пока не выросли. Но... Жена пока скептически относится к моим усам. С бородой она вроде как немного... Начала... немного смирилась. Но усы она все еще... У нее все еще есть сомнения по этому поводу. Это потому что они еще не закручиваются, окей. Думаешь, как начнут закручиваться? Жена сразу одобрит. Все, понял. А, подожди, здесь можно что ли спрыгнуть? Кадзура, ты говорил, здесь надо куда-то пойти. Сюда? Мне кажется, я здесь упаду. Лестница? Какая лестница? А, лестница! Окей. Вот зачем нужен чат, чат. Вы видите, что без вас я бы ничего не нашел. Окей, окей. Спасибо, чат, спасибо. Спасибо, Кадзура. Спасибо, 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 спасибо. Кольцо глубин? Добавляет ячейки заклинаний. В храме дремлют самые чудовищные кошмары. Поэтому дьяконам требуется великая легенда, чтобы не отступить перед своим долгом? Подожди. Чат, мы что, злодеи? Дьяконы спасали нас от глубин? Окей, прыгнуть. Дьяконы сдерживали ночные кошмары, мы пришли и освободили... Кошмары? Что за дела? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Татошка, по-моему, мы уже не в Канзасе. Мы его парируем? Я сказал? Яконы протухли. Но я думал, они... Написано же, они спасают мир от ночных кошмаров. Соратников в Ring of Pain не били по кулдауну. Мы злодеи? Где? Как кто? Я никогда не бил их. О, прикол, там крыша. Окей, сейчас мы его парируем, чат. Туда можно пройти? Прикольно, я не знал, что здесь такое есть. Ловушки. Где экранный чат? Сверху. В правом верхнем углу.
Есть? Он меня ударил по голове топором. Ловушка? Что? Мы можем ходить по крыше? Под крышей? По люстре? Билд на люстру? Это точно ловушка. Здесь ничего не бывает просто так. Эта крыша проклята. Если я пойду за предметом, выскочит дракон? Снизу стреляю. Где ловушка? Самострел. Вот он, вот ловушка. Не только. Полети меня. Окей, там можно ходить, не навернуться великолепно. Впереди лжец. Впереди тайная тропа. Нет. Бледный язык. Откуда? Я не могу с этой игры. Здесь ловушки на каждом. Здесь ловушки на каждом углу. В Elden Ring такого не было. В Elden Ring ты идешь себе спокойно, никто на тебя не прыгает. Прыгают очень редко. Так, ну это выглядит как смерть. О, нет, нет, нет. О, нет! Какого фига? Так. Давай попробуем пройти что-нибудь полегче. В этой стороне. Окей. Минус один. Надо заманить его, чтобы он упал, чат. Кулак титанита. А у нас нет бомб. А у нас есть навозный пирог. Какашкой в него кинуть, как обезьяна. Он доджит. Он уклоняется. Он так хорош. Мы его парируем. Есть. Теперь не дать ему сходить. Камень я не дам. Не дам. Мой камень. Мой пеглин. Блин, я боюсь теперь ловушек. Освещенный самоцвет. Это делать святое оружие? Надо снять эту шапку. Нам нужно сделать вес 28. Окей. Мы можем сделать святой топор судьбы. Чат, святой урон хороший в этой игре? Святой урон сильный? Может, в него выстрелить из самострела? Не, не получилось.
Не дурак. Дали лечилку. Ноль лечилок. Это лук? Да, это лук. Но он не работает все равно. Там тоже... У него лук! Читы! Мы его парируем. Я что-то давно так не нервничал, у меня аж руки вспотели. У нас никогда в Elden Ring такого не было, таких ситуаций. Сюда? Надо рубить корни? Надо спрыгнуть между двух рыцарей. Вниз? На люстру? Чат. Чат на люстру? На балкон. Смотри внимательно и перекат. Вот это? Вот этот балкон? Вот этот балкон, да? Я на балконе. А дальше что? Так, справа это там, где великан. Справа мы, по-моему, были. По-моему, нам налево надо. Как нам полечиться? Это не лечение. Это он! Надо нажать рычаг сначала. Это лоскутик! Слышишь ты? Блин, а у меня нет ничего. Да, привет. Не думаю, что мы знакомы. Я лоскутик. Неразрывный лоскутик. А ты не горящий? У тебя ко мне дело? Говорит. Говорит, не знаю, не думаю, что мы знакомы. Чат, он? Он убьет нас, у нас лечилок нет. Да, конечно. Все возвращается. О, мне так жаль. То были мои руки, да, но сделано это было по воле брони. Прискорбно, да. Но имей в виду, я избавился от буйного наряда. Избавился? Посмотри на себя. Не царапинки. Тебя-то набил лучка? Все получилось хорошо, правда? Да, все будет хорошо, говорю тебе. Это все проклятие. Оно вызвало то мерзкое происшествие. Проклятие, говорит. Пасть ниц. А куда он дел броню лучка? Если я пойду, он меня опять сбросит вниз. Оу,
Конечно, и моя вина, но ты все равно заслуживаешь извинений. Просто безделушка. Бери, она теперь твоя. Ржавая монета. Знаешь, я своего рода странствующий торговец. Если ты из негорящих, как им кажешься, то ты найдешь здесь много хорошего. А он продавец? О, он бомбы продает. Прикольно. Мусор. Можно мусора купить. А вот у него броня лучка продается, смотри. Можно купить броню лучка. Но он сказал, он куда-то ее избавился от нее. Шоттл. Дага. А это вот кинжал для парирования. Если его убить, получишь броню? Да, но он очень меня убьет. Ну, посмотри получше. Он избавился от носителя лучка? Он убил лучка? Тогда мы его надо убить, чат. Он не успеет ударить? Он не... Блин, подождите, чат. Это куда ведет? О, атаковать из засады, я не хочу туда идти. Мы должны помочь лучку. Мы сейчас к нему вернемся. А мы не вернемся. Я не могу добраться до костра отсюда добраться. Лучок в колодце от входа в часовню? А где вход в часовню? Чат. Я не знаю, где вход в часовню. Ну, ёшкина кошка. Нас убьют. Или нет? Или они слабые? Чат, они слабые? Смотри, какие... Их так много. У нас тут какой-то мясной склад. Чат, кто это такие? У них есть лор или это просто какие-то монстры? У них есть лор? А почему они как гусеницы?
Это личинки? Ты можешь стать таким? Народ, злоупотребляющий сбросом навыков, дал. Они сильно реролили билд много раз. Костер, мы дошли до костра. Если больше пары раз сделаешь, таким же станешь. А тут можно навыки реролить? Я думал, в Dark Souls нельзя навыки реролить. Только в Elden Ring. Красный мелок. В комнате сидела тетя. Это... это кроватки детские? Шипастый шлем. Шипастый доспех. Билд на шипы? А. Да, леди. Здрасте. Попроситься в ковенант? Чат, мы хотим к ней в ковенант? У нее какие-то слизни там. Хороший ковенант. Пальцы Розарии. Ковенант пальцы Розарии. Мы получили покровительство ковенанта. Можно дать ей бледный язык? Три штуки. Преданность ковенанту стала глубже. А, перераспределить характеристики. О, окей, это рерол. Я не знал, что здесь есть реролы. Family friendly? Так, а что? По-моему, она family friendly. Грустненький ковенант. Да чё, по-моему, у них тут веселье. Это ее дети? Эти личинки, чат. Поэтому у нее стоят там эти. Поэтому там стоят... детские штуки. Почему с ней говорить нельзя? Я не знаю, она молчит. Чтоб тебя, бессердечный тупица. Ну, теперь моя очередь. Я неразрывный лоскутик. Никому не одолеть меня. Он бьет. Он дерется, чат. Он не парируется. Его можно парировать? Можно. Что я вообще такого сделал? Что я вообще такого сделал? Ты лучка убил! Пепел лоскутика. Крылатая каплю из кольцо слаб. О! Костюм лоскутика, костюм лучка. Хана лоскутику? Чат, вы же мне сказали отомстить за лучка. Что за кольцо было? Увеличивает дальность полета стрел? Усиливает пинок? Лучок жив? А где он? Искать в часовне колодец. Он в колодце. В
в наших сердцах. Колодца у часовни. А можно, чат, можно первоклассные инструкции? Как для первоклассников? На входе в кладбище была часовня. Окей. Кладбище. Кладбище было здесь. Да, где храм глубин. Нет, часовня очищения. Да-да-да, часовня. Написано часовня, ну, я откуда знаю, может имеется в виду другая часовня. Окей, здесь? Вот этот колодец? Ау. Точно. Ау. Есть кто-нибудь? Ну хоть кто-нибудь! Лучок! О, я узнаю этот голос. Давно не виделись. Привет. Это я, Сигвард из Катарины. Стыдно признаться, но я попал впросак. Кто-то стащил мою броню. Кто-то? Тебе она случайно нигде не встречалась? Держи. О, моя броня. Глубоко признателен тебе. Я, Сигвард из Катарины, приветствую тебя. Привет. Моя верная броня теперь со мной, и через пару мгновений я буду уже далеко. До новой встречи, товарищ. А чё он так смеется? Одобрение. Может, он на самом деле злодей был? Не беспокойся обо мне. Что если лоскутик был моя хорошим парнем? Моя теперь со мной, и скоро я буду уже далеко отсюда. До новых встреч, дружище. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Тут нет хороших парней. А хранительница огня. Она хорошая. Вот слушайте. Добро пожаловать домой. Чего ты желаешь? Очень хорошо. Тогда прикоснись ко тьме внутри меня. Позволь этим неприкаянным душам напитать тебя. Позволь этим бестелесным душам... Она девушка, она не парень. Ну, неважно. Окей, что мы хотим качать? Физическая мощь дает нам вес. Мне кажется, нам нужно веса больше. Чтобы штаны хорошие одевать. А мы силу качали, да. Да, точно. Интеллект? Не, интеллект точно не надо. Так, ну и все. Все получается, чат. А дальше куда идти? Мы прошли дьяконов. Там прохода никуда не было. А что делать? Черному рыцарю в лесу мучений. Так. Вот сюда, да? С лес мучений. Игра пройдена, но я не знаю, куда идти. Можно было бы уже здесь и закончить. Давайте сделаем ставку до босса костра. Пойдем искать босса костра. Идти в цитадель. Я не знаю, где цитадель. Ну давайте побьем этого краба.
Кстати, мы определились, можно ли крабов парировать? Мир вторгается в темный дух. Подожди, тут краб! Там кто-то вторгается. Надо убежать. Кто вторгается в мой мир? Собаки, отстаньте! Подождите. Собака, уйди! Что это было? А вот она! Его парируем? С первой попытки. Лесоруб Хейзел и колонна, корона Еремии. Эмо-моб? Почему он эмо? Фризаут, новый театр, добро пожаловать. Почему он эмо? Потому что у него большая шляпа? Одеяние Еремии принадлежит исследователям утерянных чар. Несоизменно огромная корона превосходно иллюстрирует их труд. Шляпа красивая. Беглин повар, точно. Билд на шляпу? Топор, чтобы мясо разделывать, точно. Подожди, а что там за оружие было? Беглин мясник. Беглин мясник из Блавикена. А, в мой мир вторгается темный дух Чабс. Ты игрок? Чат. Чё он на меня нападает? Ты игрок? Не здрасте, не до свидания. Ты игрок? А игроки могут вторгаться, когда у тебя... Когда у тебя включена... Как она называется? Когда у тебя включено уголь, да? А, и потому что я зашел в Ковенант, теперь могут вторгаться игроки. Все, я понял. Фризаут, новый чатер. Я понимаю, что ты у нас недавно, но... Сними Итамку с Ковенанта. Пускай вторгаются. Да, пиши поменьше сообщений, пожалуйста, состоящих из двух символов. Enter заел. Окей, понял. Хорошо, я тебе поверю.
Значит, всегда, когда мы будем уголь активировать, есть шанс, что нападут игроки. Я не против. Ты борщом попал на клаву? Борщ был вкусный? Очень? Травяной щит. Чат на экране опять сломался. Что-то он сегодня барахлит, да? Настроил исчезание? Не, я ничего не делал с чатом на экране. Бывает, он иногда багуется, чат. Что за щит? Старый металлический щит. Травяной узор слегка отмечен магией, благодаря которой быстрее восстанавливается выносливость. Парирование. Но это плохое парирование, это медленное. Раньше последнее сообщение в чате висело, а теперь удаляется, а я не делал этого. Это баг? Или настройки где-то сбились, подождите. У меня нет скрывать сообщения в чате. Это баги какие-то. Чат, я ничего не настраивал. Коэффициент 1 к 1665. Понял, я вас услышал. Окей, нам нужен костер или босс, да? Красная команда, я вас услышал. Сейчас сделаем. Узри, собака. Окей, вот эти ребята. А их тут двое, да? Окей, окей, окей. Мы его парируем? Это не парируется. Окей, удар с разгона, я думаю, нам не парировать. Наверное, это тоже. Есть.
двуручный меч изгнанника. Йоу. Чат, они сложные считаются? Огромная дубина. Большая дубина делать боньк? Окей, нам спуск вниз. Я не знаю, где костер. Косточка возвращения. Закрыто. Костер, мы нашли его. 1 к 1600. Будьте добры выплату. Будьте добры выплаты для красной команды. 1 к 1665. 0% на экране написано. Поздравляем. Поздравляем красную команду с победой. Хорошие коэффициенты. Мисплей XBET. Большие ставки, надежные выплаты. Чё-то там рыцарь остался. Да, рыцарь остался. Я где-то. Я помню. Был. Помните, там такой в руинах рыцарь был? Там еще так проходишь, эти чуваки с крестами, а потом внизу рыцарь. Костер был за стенкой от тебя, ты не мог найти, а сейчас вот так? Ну то за стенкой, а здесь большая дырка в полу. Я ее увидел. А, рыцарь здесь, все, я помню. Вот там он, за этим крабом. Окей, у нас что за ставка? Я помню, вот в том углу должен быть рыцарь. Только тут краб. Мы были так близки. Не дошел. У нас ставка на рыцаря? Ну тогда не считается. Надо дойти до рыцаря. Что за них так мало душ дали? Кольцо Великой Топи. Усиливает пиромантию. Считается, что кольцо вырезали из кости пламенной саламандры с
рожённой болезнью пироманты, которые жили в Великой Топе. Вот им делать нечего было. Лучше бы в больницу сходили. Полечились. Какая вода красивая. Прозрачная такая. Капюшон знахаря. Книга о пиром Великой Топе. Одеяние знахаря. Во, вот там рыцарь в тех руинах будет. Вот он. Его парируем? Мы его парируем. Ноль проблем. С первой попытки. Доспех черного рыцаря. Красная команда. Держите, это вам. С этой стороны не открыть. А там яшперица сидит, смотрите. Если противник с щитом и мечом, и мы его можем парировать. Я не говорю, что мы на изи будем проходить тех, кого можно парировать. Впереди роскошный вид. Дверь к ящерке закрыта. Доспех наемника. Мы можем штаны новые померить. Какие-нибудь. Сапоги знахаря. Штаны разбойника. Северные штаны. Почему кроме штанов ничего не носим? Ну, в пеглине есть мантия. Скимитары наемника. В пеглине есть мантия, но мы мантию пока не нашли. Уголь фарона. Подожди, а уголь это не то, что дает апгрейды? Время пришло, толчок. Скимишары наемника. Мы можем посмотреть скимишары. Парные скимитары, оружие некоторых наемников. Бей стены, говорят. Чат, ну здесь нет стен. Ну есть стены, но не открываются. Обман. Сабли прикольные. Билд на сабли. А не на ловкость? Это обман был. Обман, чтобы набрать классы. Я не могу к ящерке попасть. Меня не пускают. Наверное, как-то сверху надо обходить, да? Это прикольные эти мечи. Пеглин может быть фехтовальщиком?
Есть стены в игре, которые нужно больше 10 раз ударить. Разве? Мне нравится, как он фехтует. О, прикольно фехтует. Так, ящерки не надо. Все тогда? Опять в подвал, да? Стена в Elden Ring, которую надо было 50 раз бить, это же баг был, по-моему. Ее потом пофиксили. Не баг, но ее пофиксили потом. В патче. Убрали. Цитадель Фарона. Нам сюда. Затушите три пламени, откройте дверь к волчьей крови. Что, у меня какие-то смутные воспоминания есть про эти пламя. Какие-то флешбеки, да. Ты здесь в прошлый раз забросил из-за советов? Я сюда доходил? Я думал, мы перестали играть на первой... На первом боссе или что-то такое. Я сюда доходил в прошлый раз? Не может быть. Я, наверное, смотрел у кого-то. Кто играл. Ты надолго дальше прошел? А почему я не помню ничего? Сейчас в чем суть Локи? Я не смотрел, не играл в Dark Souls. Я, походу, я играл, но я тоже не знаю. Это явно болото. Ты не помнишь, потому что ты клон? Мне иногда становится страшно. Шутки шутками, я иногда начинаю сомневаться, чат. Что если я действительно клон? Вы смотрели фильм «Шестой день» с Арнольдом Шварценеггером? Там, где Шварценеггер был клоном. Ой, спойлеры. Окей, у нас есть от яда лечилки? У нас есть одна. Чат, если бы вы узнали, что вы клон. Каменная парма? Это щит? Круглый каменный щит. Ух! Чат, если бы вы узнали, что вы клон. Вот ты такой... Приходит... Ты такой просыпаешься утром, а к тебе в дверь звонит ты настоящий, приходишь и говоришь, ты на самом деле клон, говорит тебе. Типа, я могу это доказать. И он доказывает, что ты клон. Что бы вы делали? Убить его? Но он же настоящий. На самом деле, ты знаешь, что ты клон, ты 100% умеешь. Доказал бы, что клон? Нет, у него физические доказательства есть. Типа видеозапись, клонирование и все такое. Ну, что-нибудь такое. Типа гарантированные 100% физические доказательства. Мы его парируем, кстати. Затусила бы с собой. Я не знаю, что я делал бы. Хочу ли я с собой общаться? Я знаю все свои собственные секреты и мысли. Ну, в теории. Ну, не то, что прям мысли, но я знаю. На работу его отправить? Так бы и казалось, он такой пришел бы и говорил. А ты на самом деле все эти годы на работе не работал. У тебя есть все воспоминания, но этого на самом деле не было.
Потому что ты клон, тебя клонировали неделю назад. А что делать в таком случае, как вы думаете, чат? Типа, если ты узнаешь, что ты клон, надо будет с собой договориться. Я бы своего клона не стал бы убивать. Или вообще, я думаю, что я не стал бы сам с собой драться, потому что шансы на победу равные, правильно? Да глупо. Снимать пранки, это можно организовать. Реально, YouTube и Twitch контент получится офигенный. Два клона. Из тебя неделю как клонирование, или ты неделю самостоятельная личность? Ну за неделю. Ruin has come to our family. Что это было? Такую руину не клонировать. Что это было? Капец. Правительство узнает и пустит на опыты клона. Окей, давайте сосредоточимся. Нам нужно зажечь три костра, три огня. Скола Кэстуса! Поги, лечилка. Поги, осколки титанита. Пойду туда, где этот козел был. Мы вроде налево шли. Змеи люди вскружили тебе голову. По-моему, они козлолюди, чат. Надо его парировать. Зачем я пытался уклоняться? Откуда ты знаешь про костры? Там написано было. А мне написано было, зажги три огня, и что-то там откроется. Вот здесь. Затушите три пламени и откройте дверь к волчьей крови. Потушить наоборот. Не зажечь. Ой, подожди, у нас же было это, кольцо сопротивления кровотечению, да? Ой, яду. О. Что-то оно не очень помогает. Четыре? У меня тоже есть четыре. Маска тьмы. Костяная маска темного духа. Прикольно. Где-то здесь был козел. Мы можем одеть маску. Временно. Беглен смерти. Вон козел. Окей, мы его парируем. Все на дно! Мужи! Все на дно! Он прыгает! Он так прыгает! Он Марио! Он играет в Марио!
Тун-тун-тун. Прыгает, прыгает, прыгает. Чата, кольцо защиты от яда снижает урон от яда или только накопление яда? Урон не уменьшает. Не корми, потому что она утром. Видимо, я второй раз покормила, да? Я и остался. Угу. Окей. Этот. А яд быстрее. Яд быстрее падает, если. А, все, понял, понял. Яд быстрее падает с кольцом. Тогда это хорошее кольцо. Матюкается там кто? Я? Я моего парирую? Этот чувак похож на ассасинов из... Этот чувак похож на темных ассасинов из Elden Ring. Да? Там такие были. Ну или они на него похожи. Ставки 1 к 544. Окей. 1 к 544. Красная команда. Я вас держу. Я с вами. Сейчас сделаем. Если бы я был костром, где бы я был? А подозреваю, что босс будет, когда мы потушим эти чаши. То есть надо играть, ну, очень аккуратно. Это козел. Его можно парировать? Да, будет босс, если потушим огни. Ну давайте потушим их просто. Что-то козлов много. Его парировать нельзя. Я уже нашел вроде 4 противника, которых нельзя парировать, говорили. Двуручный меч! Это меч Гатса? Да, это он, да? 28 силы надо. Привет, я новый, смотрел на ютубе, думал Пеглин. Федерико, привет, новый чатер, добро пожаловать. Пеглин Souls. У нас Пеглин Souls. Добро пожаловать, в любом случае, смотри. Федерико, этот килл для тебя. Хорошему охотнику хорошая добыча. Ты охотился на Пеглина, но... Поймал Пеглин Souls. Он знает Гатса. Я читал Берсерка мангу.
такая здоровая штука. Это выглядит как смерть? Сейчас его можно парировать? Почти парирован. Так, где? Где тут что тушить? Перекач? Перекач? Перекачанный топор. Топор имбы. Шлем безымянного рыцаря. О! Доспех безымянного рыцаря. Это классические доспехи Dark Souls, да? Те, которые брендовые, да? Сколок титанита. Ты прошел мимо двух костров. Почему я их не увидел? Это доспехи из первой части. Да-да-да. Выпить суп из эстуса. Давай не будем пока пить. Талисман солнца. А, это талисман для молитвы. Зря лечился, надо было суп из эстуса хлебнуть. Меч, трава, волчьи крови. Что? Это оружие? Знак того, что сторожвёз пёс Фарана, что служит старому волку, исполнил долг и уберёг покой мёртвых. Чего? Меч, репутация у пса. Репутация у пса. Это тоже ковенант, как это. Леди с улитками. Ищи костры, я ищу костер. Мы на таймере? У нас есть осколки титанита. Много. Наверное, надо на мост зайти, да? Я пытаюсь выбить нам эстус. Чат, я пытаюсь эстус выбить.
Тут за врагов иногда дают... Дают эстус. Подожди, а это что такое? Это дверь? А, она, наверное, откроется, когда эти чашки потушишь. Вот это, наверное, собственно, дверь. И вот три чаши. Одна, вторая, третья. И, наверное, если их потушить, они загорятся здесь, да? Ложись! Сегодня был просто легендарнейший забег в Пеглино. Артём! Артём Боньк, спасибо большое! Спасибо тебе огромное за донат в 1000 сердечком. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе огромное за поддержку. Чат, будьте добры, для Артёма меньше чем 3. Очень-очень щедро, просто легенда. И да, я на себя никакой ответственности за легендарность забега не беру, потому что, по-моему, я для этого ничего не сделал. Котёр. Мы затащили? Надо было сказать, Артём, это победа для тебя. Еще один джекпот на 655x. Красная команда. Окей. Синяя команда побеждает чаще, но в красной команде есть коэффициенты, большие коэффициенты быстрой выплаты. Надежные. Короче, я ничего не сделал в этом забеге в Пеглино лично, но это было красиво. Это было красиво. Пеглин стал намного лучше. Артём, Пеглин стал намного лучше после обновы. Не знаю, как насчет баланса, но насчет интересных билдов и возможности, собственно, эти билды собирать, Пеглин стал намного лучше. Это вот то, чего Пеглину не хватало, вот этого контроля рандома. Теперь он у нас есть и вообще крутяк. Пеглин сейчас так хорош. Окей, у нас снова ставка, что ли? А этот краба драться пошел. А мы не получим урона. Моя камера? Моя камера! Окей, я не знаю, как там драться с этим крабом. Там болотище. Окей, я пойду посмотрю. По-моему, я... Говорят, чат говорит, я пропустил два... Две штуки для зажигания. На что ставки делать? Наверное, на факелы? На зажигание, да? Спасибо, спасибо, Настя, кстати, чат. На... Будьте добры. Поздно ищи костры. Здесь нет костров, я думаю. Это не Elden Ring, где они на каждом углу. Окей, нужно дойти просто до босса с первой попытки. Зажечь три факела, дойти до босса и пройти босса. Что может быть проще? За одну попытку. Звучит легче легкого. Сейчас сделаем.
Стакан наполовину пуст. Окей, окей. Давайте ставку на зажечь факел. Или как он там называется? На зажечь факел. Спасибо, кстати, большое Насте за нашему крупье профессиональному. Чат, будьте добры, вам выразите благодарность чат сердечком крупье. Для профессионального крупье Насти из Воронежа. Делает большую работу, молодец. Очень круто нас развлекает. Минус крафт. Кольцо с медлящим драконом. Это про меня. Сгусток золотой смолы. Большая душа путешественника. Уголь! Поги! У нас есть уголь. Теперь к нам вторгнется какой-нибудь мужик из мультиплеера и все сломает. Сейчас нам стоит отключить мультиплеер. Корона Зари. Покрытая перьями корона, которую носила принцесса Алачиля. Усиливает действие магии, повышает урон от магии. Уши. У Пеглина появились уши. И мы дополняем билд. Зачем убирать мультиплеер? Ты прав. Пускай будет. Мне кажется, мы могли победить того чувака с дубинкой, который на нас напал в мультиплеере. Если бы я один раз парировал, мы бы его прошли. Не могли, он тактично играл, но мне просто нужно один раз парировать его было и все. Или он не парируется? Свиток знатока. Ой, грибы! Это грибы из первого Dark Souls, там где Арториас. Большие такие. Игрок знает тактику парирования. А как он может знать тактику парирования? Если он бьет, а ты парируешь, как он может знать? Тут все только от тебя зависит. Если ты вовремя нажмешь кнопку, будет парирование. Не-не-не-не-не. Окей, окей, нам нужна сгусток золотой смолы.
Их так много. Их трое, а че? Феглин, ты убивал Гундира? Кто такой Гундир? Да первый босс? Первого босса мы убивали. А его можно пропустить? Мы могли его пропустить? Скипнуть? Skip any percent world record. И она ставка зажечь один факел. Красная команда, я с вами. Мы зажжем сейчас один факел. Нас обходят с фланга. Мы его парируем. Гундира нельзя скипнуть. Ну значит я его прошел бы, иначе как бы я играл в игру. Помогите. Есть два Гундира. Мы пропустили его? Окей, вот его мы, наверное, парируем. Гнилая смола. Впереди опасный враг. Так, это огонь? Сделали это. Красная команда, я вам обещал огонь. Гори! В смысле, не гори. Осталось два. Окей. Видите, я же сказал, что загорится возле этой штуки. У меня сейчас стоит New Game Plus, я понял. Result, я понял, что ты много раз игру прошел. Я Elden Ring тоже там прошел 3 раза или что-то такое. Но в Dark Souls 3 я играю в первый раз. Ну, я чат говорит, что я играл несколько лет назад, но я ничего не помню. Подожди, может быть все эти костры теперь дальше от этого моста? Может нам надо сюда идти? Руина!
Окей, у нас что осталось? 20 минут стрима. Пойдем найдем. Там краб, там мы были. Чат говорил, что я пробежал мимо двух. Когда вот здесь лазал. И это было перед тем, как я большого чувака побил. А, Василиски. Помогите. На помощь. Бежим. Нет. Помогите. Мое. Косточка возвращения. Ха-ха. Окей, если у нас ставка на факелы, то это уже спойлеры. Надо пройти этих чуваков тогда. Чтобы было честно, чат подсказал, где костер. Поэтому мы должны пройти этого козла перед тем, как идти за костром. Ты стоишь рядом? Сейчас видно. Надо было козла пройти, чат. Я же... Я не видел сам его. Ты спецом красных оскорбил? В смысле? Надо было пройти козла. Я не специально. Я никогда не поддаюсь специально. Вот это три лестницы. Можно сверху с башни посмотреть, где горят эти вышки, и потушить их пойти. О, идея. О, вот одна, это которую мы потушили, да? О, вон вторая. Так их видно отсюда. Сейчас найдем. Надо, главное не забыть, куда идти. Я шпирица. Мерцающий титанит. Ау, костер. Волк. Этикет легиона. Вступить в ковенант волка. Чат, какой ковенант? Нам нужен волк или леди с улитками? Стой. Бонг. Ковенант волка или леди? Волк все время будет к игрокам кидать? Окей, тогда не надо. При ней требуется прыжок, прыгнуть на волка. Говорят, иллюзорная стена тут есть. Снаружи?
Надо снять эту фигню. Окей. Нет, не то, да? У нас нет Praise the Sun. У нас вот это есть. Ух ты, а тут можно перепрыгнуть? Нельзя. О! Подожди, это демон из первого Dark Souls? Это босс, который на мосту. Только мост был поменьше. Его можно парировать? Это реально он, что ли? У него даже атаки такие же, по-моему. Душа заблудшего демона. На мосту был другой. Большой топор! И уголь! Еее! А, это тот самый первый, который в замке сидел, да? Еще уголь! Бегли на апгрейд на топор? Большой топор. Больше похожий на кусок чугуна. Тридцать два силы тоже надо. Вот оружие для Пеглина. Окей, пошли обратно, а то я здесь заблужусь, наверное. Я не знаю, здесь тупик или проход в другую локу. Че это, где мы оказались? Там вроде кто-то сидит за дверью. Из души демона есть пиромантия. Мы, наверное, не будем пиромантию делать. Бросок валуна есть. Но пиромантию... Я вроде бы пробовал в Dark Souls магию, и немножко неудобно, да? Там надо переключать оружие на, типа, на руку пиромантии, потом кастовать заклинание. Сюда? И мы отсюда приехали. У ворот. А, окей. Это дракон. Что-то знакомое место какое-то. О, ящерки. Яшперица. Чат, какое-то место знакомое.
Здрасте. Тяжелый самоцвет. Это враги из первого Dark Souls? Ящерка. Если на меня дракон нападет, да? Пока я тут ящерку буду ловить. Большой осколок титанита. Еще ящерка. А, окей. Если дракон проснется, значит мне хана. Он спит? Надо же проверить. Драконий гербовый щит. По-моему, этот дракон спит. Его не надо будить. Да. Все, что ли? По-моему, это тупик. Где, нам нужно сейчас быстро зажечь эти костры, чтобы в следующий раз... Потому что я в следующий раз не вспомню на стриме. Лучший щит в игре? Этот? Но у него есть парирование. Но это плохое парирование. Плохо парирует. Как мы сюда пришли? А, вот так. А подожди, но обратно не вылезти. Да, мы сейчас идем зажигать факел. Я просто не знаю, как отсюда выйти. Может, ворота открыть? Наверх. Все, идем. Какие коэффициенты для красной команды? На факел. Один к полтора. Окей, красная команда, я все сделаю. Красных больше. Хорошо, синяя команда, я все сделаю. А, вон еще горит. Окей, спускаемся по лестнице сразу направо. Налево, налево и бежим в ту сторону. Окей, вон он. Прямой наводкой.
Козлы не пускают. О, козлы! Мистер Вельхиор, привет, с возвращением. Ты не козел, это собака. По-моему, козел. Окей, не получится козлов просто пробежать. Окей, это последняя ставка сейчас. Чат. Уже Мишка пришел. Мишка говорит, у тебя 3 минуты стрима осталось. Успеешь ли ты включить костер за 3 минуты? Я говорю, Мишка, конечно. Any процент, Warlock World Record, спидран костра. Факела, как он там называется. Мишка лег на клавиатуру, говорит, я тебе буду нажимать кнопки. Посмотрим, как ты справишься с этим. Жалкий человечишка. Знаешь что, Мишка? Мы никогда не отказываемся здесь от челленджа, окей. Кошачий хвост. Только не жми ничего. Не нажимай на клавиатуру. Это оно? Где-то здесь было, да? Он прыгнул сверху. У нас 2 минуты, Мишка, осталось. Ты сейчас упадешь, он падает. Окей. Все, последняя попытка, чат. Мишка не держится, Мишка падает. Так. Туда, прямо. Мишка, ты видел? Там же недалеко совсем. Может, в другую сторону надо? Не, уже пошли туда. Вы боги. Окей, окей. Мы можем задоджить. Можно в обход пойти. Там, правда, вон тоже кто-то стоит. Не знаю насчет обхода. Это она? Нет, это не она. Где башня? Ее должно быть видно, она же большая. Вот здесь наверху? Парируем. Почти. Фризы на стриме? О, вот она! Почему он не включает? Она уже использована? Я здесь был уже? Это прошлое. Как я сюда попал? А вот еще, вон еще одна, я вижу ее.
Окей, окей, вон она близко, она близко, она близко, она близко, чат. О, нет. О. Как они так быстро прыгают? Они моментально, он только такой раз промахивается и сразу взлетает и прыгает. Окей, мы на сегодня будем заканчивать. Мы на сегодня будем заканчивать. Все, все, все. Мы их найдем в следующий раз сразу, быстро. За спидранем. Все, на сегодня достаточно. Уже время. Мы много сегодня прошли. Мы прошли... Но босса ни одного не прошли. Подождите, или был босс, чат? Нет, боссов не было, были мини-боссы. На мосту, но это был не босс технически. Я запомнил, надо будет там найти скрытую стену. Я 100% не забуду.